Как минимум 16 человек погибли, еще 35 получили ранения в Панаме в результате ДТП. Как сообщают местные власти, автобус рухнул с моста примерно в 170 километрах от столицы страны. На место ЧП прибыли спасатели. Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве. Причина ДТП пока неизвестна. Начато расследование.